Всем привет, ребят, с вами Бадди. Мы продолжаем с вами проходить игру под названием Сигитона, Сеги, и это третья часть прохождения этой игры, Пещера. Так, далее. Вот тут будет уже посложнее, ребята. Вот здесь уже реально, вот это сложный уровень пойдет. Тут у меня начнутся проблемы серьезные. Отвечаю. Уже одно сердечко потерял. Не, ну самое главное, что я тут как бы все помню, знаю. Поэтому будет легко, это однозначно. Не спорю с этим. Но все равно, как бы. Как же я успел, твою мать? Давай быстрее. Быстрее, быстрее, бонус надо использовать по полной программе. Есть, так, все. Началось. Основа началась. Так, это мы уже наверх, да? Быстро, однако, быстро. Ай-яй-яй, не успел. Не среагировал. Ну, тварь. Нет, как же музыку здесь потрясающе сделали. Жесть. Мы прошли уровень первый до пещеры с первого раза. Какой же я. Так, это мы пропускаем. Ну, эту игру, я думаю, быстро пройдем. В принципе, что. Детская игра все-таки. Так, а я пока что остановлю. У меня там это... Так, продолжаем. Это у нас следующий уровень. Попытаюсь тоже пройти с первого раза, короче. Попытаюсь прям чисто вот прям. А, наверх мне все-таки надо, да? А, не, не сюда все-таки. Да блять.
Вот тварь, а. Сердечко прям как вовремя, ё-моё. Капец, вот лягушата, конечно. Жаба нахрен. Вот это прям вовремя, слушайте. Этот колокольчик спас мою жизнь. Я сомневаюсь, что я бы справился здесь. Чё, заново что ли проходить? Ля, ну как я упал, а? Жесть какая-то. Ладно, перепройдем, пофиг. Это было жестко, очень близко, очень. Гребаный лягушонок, а? Маленькая тварь. Прошли. Окей. Так, следующий левел пещера. А, это уже вода у нас здесь, да? Ух ты! Ёшкин кот. Вот тут будет жопа. Вот как так-то, а? Да ладно, за этим шел, что ли? Не, как бы это, нормально, нормально. Зато я себе жизнь восстановил.
Я могу не бояться теперь. За свое очко. Изи. Нет, это было сложно. Мне просто повезло. Босс. Блин, сложно. Так. Да ты тварь, а, поганая. Как же сложно тебе попасть? Еще один раз вроде, да? Рядом, рядом. Тварь, вот тварь. Теперь заново. Только в 1000 раз сложнее, нахрен. Хотя нормально. Да как он по... Короче, я понял, так просто нужно перемещаться, когда он останавливается, да? Окей, так и буду делать. Тварь. Тут, конечно, мне придется очень сильно сконцентрироваться, да, понятно. Ой, боже мой. Боже мой. Просто тварь. Ну как так-то?
Так. Уже интересно. Есть. Фух. Ой, скоро лава будет, да? Так, это пропускаем. Ладно, 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 ладно. Ладно, этот уровень мы пройдем в следующей серии. Главу, точнее, да. Спасибо огромное всем, кто смотрел, и всем пока.